Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится iPad Pro 2017 года, и сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого мы открываем браузер, после чего нажимаем в левом верхнем углу на данный и значок и выбираем историю. Здесь мы нажимаем на кнопочку «Очистить», нажимаем временной диапазон, за который хотим очистить историю, нажимаем и таким образом очищаем. Я очистила за все время. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.